Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гия. Мы сегодня снова видео, но видео необычное. Сегодня у нас будет обзор проекта в GTA сам. Не GTA КРМП, пацаны, а GTA сам получается. Я вас пишу как бы успокоить, что КРМП никуда не уйдет, поэтому можете не переживать. Просто, пацаны, это реклама, если что. Я вам сразу говорю прямо, что это реклама, поэтому я прошу вас отнести к этому буквально спокойно просто, потому что реклама на новом канале редко бывает, поэтому сильно не бомбите, я надеюсь на ваше понимание. Проект реально годный, и сегодня я вам все расскажу про этот проект и покажу. IP, группа, форум, все будет в описании, поэтому кому понравится этот проект, то можете заходить и здесь играть. Также не забывайте ставить лайки, пацаны. Давайте, если вы наберете здесь 100 лайков, то я еще буду снимать сам. Возможно, этот проект, возможно, какой-то другой. Поэтому, пацаны, набирайте 100 лайков, и выйдет еще какая-то серия по сампу. Ну что ж, пацаны, давайте я вам расскажу, какая главная идея вообще этого проекта. Какая просто главная идея. Это довольно-таки необычный проект, пацаны. И именно этим он меня, кстати, подкупил. Тем, что реально он интересный и необычный. Главная идея проекта — это вывод денег в реал из накопительного фонда сервера. 50% от всех донатов идет в фонд сервера. Игроки могут обменивать виртуальную валюту на реальную валюту, пацаны, с помощью двух команд. Сейчас вам их покажу. Итак, вот одна команда получается. Первая, которую я вам покажу. Вводим ее, и у нас получается вот такой фонд сервера. В данной статистике вы можете посмотреть информацию о фонде сервера и выводах из него. Фонд сервера 13 рублей, фонд админов 4 рубля. Неподтвержденные 0 заявок на сумму 0 рублей. Всего выведено с сервера денег 0 рублей, пацаны. Давайте я вам покажу теперь другую команду. Так, пацаны, вот следующая команда. Вот так вот она выглядит. Можете тоже ее запомнить. Вводим. Данный раздел предназначен для вывода доната на ваши реальные кошельки в ручном режиме. Если на вашем аккаунте все условия соблюдены, внизу появится форма вывода суммы и кнопка для вывода. Также, пацаны, есть плюшки для админов. Слушайте просто внимательно. У администрации также есть свой фонд, пацаны. Там 20% от донатов. И он делится на всех админов. И выплачивается раз в месяц пропорционально количеству онлайна админа и его левела. Команда АЗП. АЗП — это команда, если что, для администраторов. Вы эту команду использовать не можете, если что. Вам, я думаю, интересно, куда идут остальные проценты от донатов. Получается, 50% идет это для игроков, 20% для админов. А куда делись остальные 30%? Но я вам насчет этого расскажу. Остаток 30% идут на оплату серверов, пиар. И 10% идет разработчику в качестве зарплаты, пацаны. Если что, вот куда уходят деньги с доната. На самом деле это довольно-таки прикольно. То, что если даже человек задонатил, то деньги, получается, идут не только проекту, но и игрокам, получается, там и так далее. Насчет, пацаны, отчетов. Здесь их делать не обязательно. Админы не требуют как бы отчеты от вас. Если лидер хочет, он может делать отчеты. Если не хочет, то может не делать, как бы. Это уже дело его. На данном проекте админы не мешаются в РП-процесс, то есть если лидер заблатил кого-то на, получается, ранг, то админы ему ничего делать не будут. Этим должны разбираться либо там губернатор, либо другие службы. Админы просто от лидеров могут потребовать разве что соблюдение правил сервера, а насчет блата они относятся к этому как бы нейтрально, и это уже ваше дело. Работа над модом началась, пацаны, в мае 2019 года. Мод делался не с нуля. Мод взят от другого проекта, но на нем пофикшено более чем 100 багов, пацаны. Есть еще огромный список по улучшениям и изменениям как самого функционала, так и маппинга. На данном проекте проходит набор в лидеры. Требуются лидеры, поэтому можете перейти в группу и написать заявку. Также еще будут розыгрыши, разные мероприятия на 50 миллионов, на дома, на бизнесы, поэтому все это ждет вас именно на этом сервере. Сейчас количество слотов всего лишь 50 человек, пацаны. Это из-за того, что пока что разработчики не видят смысла расширять слоты, потому что они используют очень хороший, дорогой хостинг. Это можно как бы увидеть по пингу. Разработчик имеет стаж программирования 15 лет, пацаны, это достаточно много, и разработчику на данный момент 32 года. Он с 16 лет занимался программированием, поэтому, пацаны, я думаю, он шарит, что делать, и сделают все хорошо и качественно на своем проекте. Так, пацаны, давайте поговорим про бонусы. Конечно, все это хорошо, но давайте поговорим про бонусы, самое главное. Итак, пацаны, если вы пригласите своего друга, и он прокачается до 3 уровня, вы получите 150 тысяч, но скоро, пацаны, эта сумма еще увеличится, поэтому, пацаны, можете вводить, кстати, мой ник в описании. Итак, пацаны, давайте поговорим про экономику. Деньги из пустоты сведено к минимуму. Даже зарплаты сотрудникам организации платятся из бюджета организации, которая наполняется активностью сотрудников. Налоги платят
тратятся практически от всех финансовых операций в игре и направляются в бюджет мэрии, казна штата, который управляет губернатор и может переводить из казны любую сумму в любую организацию. Лидер организации может управлять бюджетом организации, как снимать всю сумму или ее часть, так и класть туда деньги. Домов носили около 1800 штук, но бизнесу чуть больше, сотни, к тому же тут можно иметь до 5 бизнесов одному игроку, пацаны. Вот это реально очень круто. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, блин, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравился данный проект, то можете зайти сюда поиграть. Все ссылки как бы будут в описании, IP, группа, форум, сайт там и так далее. Все, короче, будет в описании, поэтому, кому понравился данный проект, можете просто зайти поиграть, можете как бы ввести мой ник при регистрации, если хотите, конечно, и я за это получу денежку и с вами поделюсь, конечно же. Поэтому, пацаны, все есть в описании, все в ваших руках, кому нравится, заходите, играйте и зарабатывайте реальные деньги, пацаны. Это довольно-таки круто и важно. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.